Всем привет, всем здравствуйте. Рада вас приветствовать сегодня на прямом эфире. Сегодня с вами здесь я, Катя Мирошниченко, и сегодня я хочу вам сделать обзор по нашим топам. Многие не знают, что у нас в последнее время очень много вышло топов с эффектами, и эти эффекты позволяют делать очень красивые покрытия, которая будет нести такую же декоративную составляющую. Это когда нет времени на дизайн. Такими покрытиями очень сильно можно разнообразить, во-первых, текущую вашу линейку гель-лаков, если особенно у вас в линейке много эмалевых оттенков, добавив тот или иной эффект, когда вы покрываете топом, можно создать совершенно новый оттенок. Придать изюминку и смешать, например, не один топ, а два топа в одном покрытии. И сегодня как раз я вам сейчас покажу, как это выглядит. И в конце мы с вами сделаем очень простой, быстрый вариант дизайна, где как раз вот топы, они дают очень красивый, интересный эффект, при помощи которого можно сэкономить время, когда вы делаете, например, какую-то зимнюю сказку или зимний маникюр в течение, например, сейчас оставшихся дней декабря и, например, в течение всего января и февраля. Смотрите, какой красивый вариант можно сделать, причем он делается очень быстро. Такую сегодня мы будем елочку в сугробе делать с топами. Итак, поехали. У нас 5 оттенков топа сейчас в коллекции наших топов с эффектами. Возможно, кто-то не знает, что у нас столько топов. Вот я сегодня сделала такую выкраску, начала подписывать, но не успела. Причем они все очень разные, на любой вкус. Кому нужно, чтобы блестело больше, переливалось, либо чтобы переливалось, но скромно, чтобы был такой элегантный блеск. Я вот сейчас специально выключу свет, потому что здесь у нас есть блеск топ, в котором содержатся светоотражающие частички. И это видно, конечно, не при лампах настольных, да, а вот когда обычное освещение особенно. Как сложно, конечно, эффект от топа передать через камеру социальной сети. Потому что, конечно, искажение очень сильно идет. Вот особенно топ, который со светоотражающими частичками, плохо виден. Вот, к сожалению, как-то его не верти. Итак, сейчас мы с вами попробуем сделать такой небольшой обзор. Саш, принеси мне ложечки. Так, обзор я буду делать на черном фоне. Забыла совсем покрыть. Надо было заранее покрыть ложки черным фоном. Ложки, они у Юли в левом ящике стола верхнем. Сейчас, одну секундочку, я сейчас быстро. Причем 4 топа я покажу на черном фоне, а топ ракушка я его обычно люблю наносить на светлые пастельные оттенки. Сейчас, кстати, сильвер топ, который я называю топ ракушка, прям как раз вот в эти 3 месяца зимы идеально. Особенно у кого регионы уже прям снег лежит. Так, я быстро все. И 4-ю ложечку. Я сейчас, кстати, как раз в процессе делаю курс для клуба Эми Арт, где мы раз в месяц выкладываем мини-обучающие курсы. Это как раз вот курс, который откроется в начале января. Там будет курс по пейзажам. Вот. Ну, конечно, курс начнется с зимних пейзажей. Вот. А вообще, видите, я тут приготовила, у меня тут будут... И Мальдивы у меня будут, и просто зеленый лес. У меня будет и сафари, кстати. Вот поэтому, кто еще не в клубе, обязательно вступайте в наш клуб, потому что там в рамках клуба я делаю очень много обучающих мастер-классов, эфиров и даже
мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Вот, имейте в виду. Ну, мы сегодня с вами такой простенький вариант попробуем, то, что можно сделать без обучения на быструю руку. Добрый день, Екатерина. Пожалуйста, продавайте курс отдельно. Ой, отдельно очень много сейчас мороки продавать курсы по дизайну, потому что они требуют очень больших трудозатрат, и в итоге это не сильно рентабельно. Вот. Поэтому у нас есть клуб, там подписка стоит всего лишь 990 рублей в месяц. Это 3 чашки капучино. Это, ну, блин, цена символическая, тот объем информации, мастер-классов, сколько мы даем в клубе. Поэтому я просто рекомендую подписаться на подписку. Попробуйте зайти хотя бы просто на месяц. Вот, вам будут доступны все курсы, которые были созданы для каждого месяца. Вот, посидите там 1, 2, 3 месяца, и вам будет, например, достаточно. Не захотите, выйдите из клуба. Вот, но я всем рекомендую зайти хотя бы месяц, побыть там с нами. У нас там очень интересно, особенно вы, если такой прям вот художник по ногтям. Итак, дальше давайте продолжаем. Сегодня у нас тема обзор топов. Обзор топов. Кому, кстати, нужна ссылка на клуб, я обязательно потом, можно сейчас в комментариях выложить ссылку. Саш, а выложишь ссылку на клуб? Так, еще раз. 5 топов. Поехали. Шампань. Топ шампань. Это такое теплое серебро. Где-то, ну, кому-то будет казаться, что это какой-то такой золотистый оттенок, но здесь вот именно оттенок шампанского, очень красивый. Очень классный топ. Любой оттенок можно превратить в новый глиттерный шиммерный гель-лак. Вот всем рекомендую этот топ, особенно сейчас, когда предновогодняя пора. И не всегда есть время на сильно сложные дизайны. Вот при помощи топа шампань можно создать вот это праздничное новогоднее настроение, да, для вечеринки. На прозрачном я могу сейчас показать. Вот, но через камеру социальных сетей очень плохо передается эффект. Поэтому я все время на цвет какой-нибудь наношу. Но они очень хорошо выравниваются, распределяются, даже если это белое покрытие, потому что на белом покрытии часто не все топы хорошо смотрятся. Вот. Но так как у нас основа у топов одинаковая, у всех 5, у них очень хорошие свойства самовыравнивания. И блестки благодаря этому распределяются красиво, выглядит очень аккуратно. Так, следующий топ. Драматик. Я уверена, почти у всех он есть, потому что это самый первый топ, который мы делали с эффектами. Он, наверное, самый нарядный. Если хочется блесток побольше, рекомендую делать с элементом самовыравнивания. Потому что, еще раз напомню, очень хорошая основа у этих топов, классно выравнивается. Вот. И этот же топ на прозрачном. Вот даже элементарно камуфлирующие ногти сделали, да, скульптурным гелем, либо базой. Камуфлирующие. Топ нанесли, и уже красивое завершенное покрытие будет. Так, следующий топ Мелоди. Это один из последних топов, который выходил. Мелоди. У него более такой, знаете, спокойный перламутр. Размер очень маленький у частиц, поэтому он смотрится очень спокойно, элегантно, не вызывающе блестит. Вот, поэтому если хочется какой-то оттенок гель-лака видоизменить чуть-чуть, вот благодаря Мелоди
Сейчас видно, да, что он таким вот хамелеончиком переливается. Он где-то немножко зелененький уходит, где-то уходит в розовинку. Не знаю, насколько это видно. Напишите, видно, что это хамелеон? Или нифига не видно? Уж не знаю, как повернуть, чтобы показать. Видно, да? Мне кажется, ничего не видно. Так, ладно. Ну, на прозрачном топе... Ой, вернее, на прозрачной ложке этот топ, конечно, практически невозможно рассмотреть. Я могу вот так вот жирно нанести, чтобы вы увидели. Вот он, наверное, из всех топов самый такой спокойный. Мой любимый, это моя любовь, это скандиум топ. Здесь есть как серебряные частички, так и светоотражающие. Он очень хорошо самовыравнивается. Если хочется, чтобы блестел сильнее, берите, наносите его побольше. Вот я сейчас пока не нанесла. Давайте так выключим свет. Вот сейчас хорошо видно, что частички здесь светоотражающие. Поэтому этот топ можно назвать... со светоотражающими частичками. И знаете, что мне еще нравится? Этот топ даже на белом цвете очень хорошо выравнивается, блестки распределяются гармонично, и нет, знаете, вот этой грязи. Потому что очень часто топы, в которых идут серебряные частички, они не выравниваются, и топ на светлых оттенках тогда смотрится грязно и неаккуратно. Он смотрится только на темном фоне. Наш топ скандиум, благодаря своей вот такой очень приятной, во-первых, текстуре, средней вязкости, классной моделировать можно, выравнивать. И в нем блестки очень комфортно распределяются. Смотрите, вот сейчас прям хорошо видно, что он светоотражающий. Это у меня любовь просто. Напишите, кто первый раз сейчас слышит об этом топе. Он, в принципе, не так уж и давно у нас вышел. Вот, многие не знают о том, что он у нас есть. Сейчас я вам покажу разницу между скандиумом и шампань, потому что они сильно отличаются. Так, и цвет Silver Drop. Это тоже один из первых топов выходил у нас с эффектами. Я его люблю наносить на светлые пастельные оттенки. Он именно на светлых пастельных оттенках смотрится как ракушка. Поэтому я за глаза этот топ называю ракушка. И нашим маркетологам предлагаю переименовать этот топ и назвать топ ракушка. Потому что он прям на пастельных цветах создает очень красивый эффект ракушки. Этот, кстати, топ сейчас вот в зимние месяцы, декабрь, январь, февраль будет очень актуален, потому что как раз создает вот это морозное зимнее настроение. Тоже, если хочется, чтобы прям ракушки было много, я также, видите, прям достаю. Не надавливая на кисточку, такими самовыравнивающими, моделирующими движениями наношу, чуть-чуть центрую и сушу. Получается очень прикольный аквариумный такой эффект. Сейчас я вам поближе покажу. Видите, он такой вот прям вот эффект аквариума дает в этом случае. Это топ-ракушка. Смотрите, как прикольно. Видите, тень. Есть тень под каждой частичкой.
И благодаря этому получается прям такой аквариум очень классный. Сейчас я вам покажу, как он выглядит на прозрачной основе. Так, у меня на этом топе закончились ложки. Так, ну ладно, я не буду чтобы на прозрачную ложку наносить. Вот еще раз посмотрим этот же топ на прозрачном фоне, как смотрится. Прям кусочки белой ракушки. Дальше, что мне еще очень нравится делать. Я люблю смешивать топы. Вот, особенно для смешивания классно подходит тот же скандиум, мой любимый, со светоотражающими частичками. Когда вы можете один слой топа нанести, например, вот ракушку, а второй слой топа нанести, например, вот этот светоотражающий. Тоже получится очень интересный эффект. Когда не один топ наносите, а несколько вариантов топа наносите. Например, тот же взять драматик, смотрите, и к нему же скандиум. Наносим сверху, и уже чуть-чуть другой эффект получается. Вот, смотрите. Видно, что вот даже экспериментируя с топами, можно создавать очень интересные, красивые, блестящие эффекты, когда нет времени перед праздниками, либо куда-то на вечеринку вы клиента готовите. Поэтому спокойно можно смешивать вот так два топа. Вот такой пример смешивания. Сейчас я вам положу вот так на экран. Можете прям сфотографировать. Это все есть на emishop.ru. Можно посмотреть на Wildberries. И, конечно же, у дистрибьюторов в наличии. Это очень ходовая позиция. Поэтому я думаю, что у дистрибьюторов, скорее всего, все 5 есть в наличии. Поэтому просите менеджеров, чтобы вам привезли ту же выкраску, показали, либо живые привезли, посмотрели. Потому что, конечно, живьем это смотрится совершенно по-другому. Фотографируйте сейчас экран. Вот целых 5, целая коллекция топов с эффектами. У нас после Нового года еще будут выходить новые эффекты в топах. Вот, но самое главное, у них классная основа у этих топов. Она позволяет себя выравнивать, легкий эффект моделирования делать. Это очень комфортно. Так, давайте теперь сделаем дизайн. Саш, у меня ложки закончились. Упаковка. Итак. Какой я вам вариант предлагаю попробовать сегодня? Сделать вот такой на быструю руку, такую зимнюю сказку. Для этого возьмем оттенок 365, такой прекрасный небесный голубой. Прям такой чистейший, без каких-либо пыльных эффектов. Вот прям вот он такой чистый, чистый небесный цвет. Сушим. Это первый слой. И вторым слоем делаем сугробы. Для этого возьмем еще дополнительно белый гель-лак. Еще раз напомню, приходите к нам в клуб Эми Арт. Там я сейчас готовлю для января новый обучающий курс. Там будут только пейзажи. Вот, но пейзажи будут, понятно, там пара-тройка будет зимних, все остальное будет универсальные. Будут морские пейзажи, сафари, будет просто лес. Так, по мокрому следующий слой делаем. На 1/3 нанесли. Не сушьте.
берете кисточку и делаете вот так движение, прежде чем опускать обратно в бутылочку. Вот так вот. Такие сугробики сделали. Так, можно даже вот здесь взять чуть-чуть вот этого голубенького. И чуть-чуть здесь вот так по-мокрому. Вот, вот так добавить. Суши. Так, тоже кисточку почистите, не забудьте. И убираем. Дальше мы берем с вами больше элемент подмалевка, а вот все, что более конкретное, мазки, линии, я все-таки люблю эмпасту. Сколько лет этому набору, сейчас он в баночках, раньше это были тюбики. Давайте возьмем отсюда белую эмпасту. Это краска без липкости. Без липкости. Все, достаем, перемешиваем. Кисточку я всегда работаю одной. Это 5:0. Она у меня для всего, на все случаи жизни. И, например, вот здесь рисуем елочку. Здесь мы елочку будем делать под последний слой геля. Вот, а потом частично мы ее будем прорабатывать сверху. Схем елочек, их очень много в интернете, можете поискать. Вот здесь как раз я вам предлагаю делать очень схематичный вариант елочки. Все равно красками гелевыми комфортнее рисовать. Они не текут, они стоят на месте. И именно импасты. Потому что у нас же есть краски, которые с липкостью. Вот, ну, рисую я много лет, в основном всегда без липкости. Хотя мы и те продаем. Все, вот сделали такой вариант. И кладете в лампу. И здесь я как раз предлагаю доработать все это топами. Вот давайте сюда Silver Drop возьмем. Он прям отлично сюда подойдет. Для темы зимы. И я здесь немножко нарочно нанесу таким небольшим аквариумным эффектом в центре. Частички. Суши. И также можно пройтись, теперь все перекрыть скандиумом. Перекрыли. И чтобы контрастность елочки вернуть, сверху можно пройтись теперь, например, только с левой стороны, снова этим же оттенком в чистом виде импасты. Это будет такой дополнительный объем. Перекрывать мы уже сверху не будем. Издалека, конечно, разницы будет не видно, но при близком рассмотрении это будет интересный эффект.
Тут главное не переборщить с толщиной, потому что все-таки краска есть краска. Это не 3D гель. Потому что если, например, у вас у клиента скололась импаста, это первый сигнал того, что вы просто чуток переборщили с толщиной. Так, подсушили чуть-чуть. Можно еще снежок добавить. Все это мы уже не перекрываем. Здесь сушите подольше, чтобы это хотя бы минутки, прям 2-3, лежало в лампе. Вот без топа оно бы смотрелось, возможно, чуть скучновато. А так с топом чуть-чуть повеселей. Еще раз сушим. Только сушим еще раз подольше. И получается вот такой вариант. Причем можно сделать все ногти одинаковые. Издалека будет восприниматься как градиент. Там, например, от голубого к белому. Вот, поэтому я, например, пейзажи на ногтях люблю. Там самое главное делать, знаете, такие нетипичные варианты пейзажа, а с какими-то красивыми эффектами в нетрадиционном оттенке. Тогда в рамках маникюра это получается прикольно. Знаете, не зеленые елки рисовать и зеленые деревья. Все, на этом наш мастер-класс сегодня подошел к концу. Топы ищите на Amy Shop и у дистрибьюторов. Всем хороших выходных. Всем пока-пока.